Сезон рассады в самом разгаре, и как только на улице потеплело, на специализированных рынках покупателей существенно прибавилось. Продавцы говорят, сейчас у них горячая пора. Большим спросом пользуются помидоры, огурцы, перец, баклажаны, капуста, зелень и всевозможные цветы. Люди на базаре рассказали нам, что каждую весну покупают саженцы и уже через несколько месяцев получают хороший урожай. Уже несколько дней фермеры продают свою рассаду. Хотя в этом году цены на нее существенно выросли, продавцы не жалуются. Говорят, покупателей полно. Рассада дерошей, костровец. Есть рассада помидоров, огурцов, перца, баклажаны, цветы разные. Люди покупают? Да, не жалуемся. Вижу, много людей стоят в очереди. Да-да, выросла цена по сравнению с предыдущими годами. Немного выросла. Вы должны понимать, что и затраты стали больше. Семена, вода, топливо – все подорожало. Цветы также пользуются большим спросом. Продавцы рассказывают, что люди больше предпочитают многолетние. Газанию покупают, они солнцелюбивые. Многолетние цветы тоже берут. Гвоздики, бархатцы, флокс и пеларгонию. Вот она висит. Цена на них выросла? Конечно, у людей сейчас мало денег, но все равно спасибо, что покупают. Цены такие 10, 12, 15, 20, 25 леев, где-то так. Покупатели говорят, невзирая на высокую цену, цветы покупают, чтобы красить свои дома. Без цветов не можем. Сажаем каждый год, двор украшаем. Душа просто радуется. Покупатели, которых мы застали в очередь за саженцами, поведали нам, что планируют посадить все, что купили. Люди уверены, что овощи со своего огорода и вкуснее, и полезнее. Базилик, да? Купила базилик, перец. И как цены вам в этом году? Выросли, но в любом случае спасибо фермерам. Посажу, буду свое иметь, домашние. Саженцы на центральном рынке стоят от 7 до 12 леев, а цветы от 10 до 25.